Психологическая помощь для детей-переселенцев. Волонтеры гуманитарного штаба при фонде Рената Ахметова отслеживают состояние детей, выехавших из зоны АТО. Психологи ездят по санаториям и пансионатам, где поселились люди. Как война отразилась на детях Донбасса? Смотрите в сюжете. Домик, небо, солнышко и дерево с ляпоками. Листья. Дети-переселенцы вместе с психологами рисуют свои дома, которые они оставили, но в которые хотят вернуться. Никита из Ясиноватой сейчас вместе с родителями временно живет в санатории около Мариуполя. Ему только 7 лет, но он уже знает, что такое война. На лакейку кинули две бомбы. Ясиноватая взорвалась. Психологи говорят, если такими воспоминаниями не заняться, это травма на всю жизнь. И каждый день переселенцы приводят своих детей к психологам. Некоторые дети прибегают сами. Здесь они занимаются арт-терапией. Специалисты говорят, именно рисунки показывают настоящие эмоции детей. Ведь даже простой домик можно нарисовать по-разному. Если он рисует черный дом, ну что можно сделать, чтобы было там повеселее и поуютнее? Мы нарисовали желтые окошки, да, и что в этом доме происходит? Мы пьем чай со сладостями, с печенюшками, чтобы дети выходили радостными после занятий. Визиты психологов подшефный пансионат организовывает гуманитарный штаб «Поможем» при фонде Рената Ахметова. За месяц работы с детьми-переселенцев специалисты добились значительного прогресса. Когда мы только начали приезжать к детям, дети были малоконтактные, малообщительные, рисунки были очень простыми. То есть цветовая гамма была очень простая, не было деталей. Вот сейчас вот вы сами убедились, да, дети более контактные, они смеются, рисуют какую-то радость, которую раньше они просто говорили «не хочу». Хлопаем в ладошки. Молодцы, молодцы. И друг другу что говорим? Пока! Психологи гуманитарного штаба «Поможем» работают в пансионатах трех областей – Донецкой, Запорожской и Одесской. За неделю к ним приходит в среднем 150 детей. Переселенцев просят приводить не только малышей, но и обращаться самим. Ведь детям в первую очередь нужны здоровые родители. Виктория Чистюхина, Игорь Гончарук и Виктор Белогорцев. События, канал «Украина».